их со взломом? Ага, сам послушай. Так, что конкретно я здесь ищу? Любые зацепки. У этих проникновений должна быть какая-то цель. Взломай их сервера, вдруг он не замел следы. Посмотрим, что тут. Так, давай, давай, аудиофайл. Ну, бля, пацан, слушать стоит, нет? А, вот. Привет, слушатели. У меня для вас сюрприз. Моя следующая цель — склад Рэмпорта. Один из крупнейших. И вы сможете не только все послушать, но и сыграть в него. Куда я иду, а, пацаны? Куда я иду? Часов. До встречи. Бля, еще и спрыгнуть нельзя, что ли? А, вот, нормально, нормально. Сыграть в игру какую-то. Типа поуправлять, поуправлять, да? Бля, ну вот опять я не понимаю. Блядь, не, сука. Не понимаю, куда идти-то надо. Как подняться? Е! Окей, мэн. Е. Давай, давай. А. Е, Никита, а, делает это. У него не побрито. А, е, е. Блять, ну куда? Окей, окей, мэн. Я рыбую на этой улице. Тебе не важно, что я зажмурился. И чё тебе надо, брат? А, лучше не лезь ко мне, уебуся. Ча, ча, ча. Ага, ага. Иди нахуй. А, пацаны, давайте. Е. Да, я посмотрю, спасибо. Вы готовы? Да все, тихо, вы. Я вообще... Привет. Я разгоняюсь вообще. Сейчас. Пацаны, слушайте. Отойди чуть подальше, ладно? Блять. Если Никитосик на бите, то я всем пиздец. Слушай меня, мэн, эй. Если что, затея против меня, тебе пиздец. Эй, лучше не гони на меня, чел. Иначе убьем тебя здесь. Эй, на районе Эден Пирс. Он с очками, ты просто посмотри. А, клевый чувак. Лучше не гони на него, иначе ты отправишься на пол. Пацаны, с Новым годом вас всех поздравляю, бля, я не шучу, я реально говорю от сердца. Эй, лучше не базарь, заткни свой рот, пока не уебал. Ладно, пацаны, я думаю, хватит на сегодня. Ебать раздал, а? Вот, пацаны. Устроил шоу нахуй на месте. Да иди нахуй, что тут происходит. Бля, пацаны, не знаю, успеем, нет? Тихо. Долбоёб, сука. Я вас всех тут сейчас прибью, нахуй, с масками они, а? Бля, смотрю, опять бросают свои бомбы. Я вообще не понимаю, как они это делают. То есть они чувствуют, что умирают, да? И сразу бросают. Вообще жесть. Это они научились, видимо, да? Так делать. Реально тренировались, нахуй, столетиями, блять, там. Так, и чё? Смотри, какая точиловка. Охуенно, да? Ебать. Это что, Ламборджини, что ли? Бля, слушайте, прикольно. Так, опять там кто-то, блять, кричит. Я где-то это слышал уже. Какая-то девка вечно. О, видите, орёт. Где ты она? Алло. Так, все, я скачал, пацаны. Блин, да ё-моё, ну чё ты открываешь-то мне? Принцессы воины, блин. Ну, да. Наш призрак мне действительно был. И похоже, что-то искал. На, ёпта. Думаю, стоит осмотреть другие места, куда он вломился. Так, пацаны. Может, выяснишь, что ему было нужно. Все, погнали, короче. Поехали, блядь, отсюда. Как раз красный свет вообще. Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь, куда я поехал? Все, сломаю, ё-моё, машину. Ну, ё-моё, серьезно? Блядь. Давай, подпрыгни, так сможешь? Как это сейчас было? Бля, еще эти паучки, вот смотри, а! Блять, короче! Блин, смотри, что делает, а! Тварь!
Да как тебя убивать-то, блин? Пиздец. И что тут потом будут, короче, везде эти позы, да? Паучки, которые меня будут расстреливать. Это вообще будет полная жесть, пацаны. Если реально до такого дойдет все. Так. Окей, поехали. Короче, пацаны. Ой-ой-ой, что играет? Что играет, ёп? Надо как-то это, слышите, поменьше базарить мне, вот реально. А то, может, из-за этого мы так долго все проходим. Я не знаю, пацаны, вот реально. Я не знаю. Я не знаю, почему так долго все. Надеюсь, здесь мы что-нибудь найдем. Ты можешь вскрыть охранную систему? Там могут быть записи о проникновении призрака. Сейчас проверим. Я-то думал, что реально, короче, мы сегодня успеем и дополнительные, да, задания пройти уже, и основное, бля, будет, но я что-то вообще сомневаюсь. Опять же разделять, да, серии? Ну, хз, хз опять. Вообще не знаю, пацанчики. Блядь, ёпарасоте! Смотри, как оно ебашит. Пиздец, нахуй. Ой-ой-ой-ой-ой, пацаны, что-то... Что-то все слишком серьезно. Сейчас меня будут расстреливать... Расстреливать, ёб, со всех сторон! Блядь. Паскуды, блядь, нет! Нет, не надо! Ну что я вам скажу, пацаны, опять же, закончилось место вдруг. Я даже вообще не ожидал. Вроде нормально все было, а тут оп. И опять места нету. Понимаете, насколько быстро, да? Все растрачивается, что жесть. Я поэтому и останавливаю, да? Чтобы, если что, сохранилось точно. А то может же и выключиться телефон вообще. Я не знаю, мы сегодня вообще успеем что-нибудь еще? Я не знаю, пацаны. Я не знаю. Опять я ничего не знаю, понимаете? Вы, может, какие-то не те миссии я выбрал, а? Ну, вроде нормальные миссии. Это я просто, да, опять? Не то делаю что-то. Так, запись идет, пацаны, если что. Опачки, опачки. А что, бля, а что? Да, это я. Ну-ка, давай. Хотя бы сегодня второй это там. Взорвем, ёб. Объект или что это там. Взломаем, бля. Так, тихо. Спокойно. Блядь, опять, смотри. Три бомбы сразу. Вы что, угораете, что ли, совсем? Блять, у меня кровь нет! Блять! Убивает! Блять! Да выруби! И ту выруби тоже! Ёпарасоте, ну что? Отовсюду просто расстрел! Блять! Чё делать тогда? По стелсу предлагаете, да? Я не знаю, какой тут может быть стелс, если тут, смотри, оп-оп, дойти. Как я могу, где скрыться? Блять, ну у меня есть идея, конечно, но она тупая настолько, что пиздец. Пацаны, ну реально. Смотри. Блять, стоять! Так, право. Пошел нахер. Так, убиваем. Надо уничтожить строй. О! Я буду их так заманивать, короче, тачкой, блядь. Так, ну-ка. Я вообще хотел так задавить, нахуй. О, блядь, почти. Почти получилось, кстати. Так. О. Окей, нормально, идем. Бля, главное же осторожно, понимаете? А я то я все бегу. Бля, а это как вырубать? Только вот так вот, да? Ё-моё, сейчас смотри. Ой-ой, бля, пиздец. Какие же тут здоровые, а, дроны эти. Зачем такое делать?
Так, а это что такое? Камера просто, да? Так, тихо. На тебе в жопу, блядь. Пиздец, сел. Так. Кто там, кто там? Давай, давай, блядь, невидимка, нахуй. Смотри-ка, че, а? Удумал, блядь. Блядь, куда ты, куда стреляешь-то? Не в ящик же. Пиздец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай, убивай она. О, смотри-ка, нормально иду, кстати. На этот раз. Эту тоже выруби, пожалуйста, я тебя прошу. О. Все, хорошо. Сейчас уничтожите все. Вообще супер тогда. А то, пацаны, что-то я, да, расслабился, блин. Совсем. О, смотри-ка. Надо просто думать, реально, башку включить и все, видишь? Вообще спокойно прошел, бля. И не базарил, и прошел, да, в итоге. Я тут так говорю, я то, что говорю постоянно, да, я говорю то, что говорю, ну да. Поэтому я не могу сразу пройти из-за этого. То ору, то чё. Рука крыл. Вы больше не сможете это скрывать. Я знаю об опытах над людьми. Бедняги подписали отказ, но это не значит, что их можно пытать. Кто? Кто здесь? Вот видишь все. Покажись! Отвечай на вопрос, сволочь! Ха-ха. Я не знаю, о чем ты говоришь. Клянусь, я простой охранник. Есть зацепка. Наш призрак искал некий проект. Так куда это надо теперь? Это все, что ли? Рука крыл. Слышала о таком? Проект Рука крыл? Нет, не слышала. Но знаю кое-кого, кто мог слышать. Перезвоню, как что-нибудь выясню. Проект Рука Крыл. У меня есть подруга в УС Рэмпорта, и она говорит, что это секретная ультразвуковая технология, к разработке которой имеет отношение сам Рэмпорт. Да, Рэмпорт, походу, везде. А у нас есть способ отслеживать? Все понаделал, да? Как ни странно, да. Сейчас пришлю тебе старый скрипт для Бегли, который позволяет использовать оптик в качестве ультразвукового датчика. Этот скрипт написал Джексон, чтобы отследить другой загадочный звук. Выяснилось, что это был брачный зов одного насекомого, но сейчас это не важно. Значит, идти на звук и искать источник в надежде, что там будет наш призрак. Супер. Звуковая частота задана. А, вот он ваш еще, оптик, да? Будет показывать расстояние до источника. Если число на индикаторе расстояния растет, значит вы удаляетесь от источника звука. Может, сегодня и найдем? Реально, пацаны, сейчас смотри. Вроде нормально. Короче, Рэмпорт просто везде, нах. Понимаете? Все, что там с какими-то злыми умыслами, он там обязательно присутствует, да, как... Так что такое, по-твоему, как это, деятель, это короче. Не знать. Это твоя подруга пашет. Помощник и так далее. И даже она почти ничего не знает. Рэмпорт обычно сообщает о любой мелочи, над которой работает его компания. Что они скрывают? Как думаешь, может, это оружие? Возможно. А может, это нечто, не представляющее никакой угрозы. Сомневаюсь. Ну давай уже, блядь. Я сегодня хочу-то встретиться уже, наконец, с призраком этим. Да и все на сегодня. Закончим, пацаны. Я не знаю, уже, по-моему, часовая серия будет, или я ошибаюсь. Может, поменьше, конечно. Блин. Ну, может, поехать, я не знаю, блядь. Я уже надоело ходить. Давай, блядь, вот так сделаю. Во, молодец. Во. Нормально, блядь. Похуй вообще. Так. На, блядь. О! Сейчас будет, пацаны. Поздравляю, вы движетесь в правильном направлении. Смотри-ка. О, блядь, нихуя. Я думал, проеду между ними прям. Ебать, что так быстро едем, нихера себе. Куда это так разогнались? Ё-моё. Источник звуковых волн. Да что за тачка вообще? Находится в этом здании. Какое-то новое совсем. Так. А, он где-то вот здесь, наверное, да. Вот Рэмпорт как раз. Да. О, значит, он прям вот тут. Так, а потом... А, вот, смотри, мне уже отметило, да? Куда надо.
Он меня... Меня-то он не прибьет, надеюсь. Опачки, а сюда как пройти? Можно, да? Здорово. На-на. Спасибо, что выбрали Бегли. Какие-то, блядь, костюмчики у них тут новые. Так. Ой, блядь, еще и роботы, ё-моё. А как его найти-то, алё? Как понять? Может, он наверху? Жри, дерьмо. Пошёл нахуй, сам жри, блядь. Тварь, тварь! Бред какой-то. А это кто? Блядь, что, блядь, происходит опять? На, тварь, блядь, умри, на! Сколько я хуячит-то? Блядь, кто? Кто? Что это был за бред, я не пойму. Блядь, нас, Нагина. А! Блядь, нет, я подумал, что это призрак. Не-не-не. Блядь, меня сейчас убьют, пацанчики. Ну, конечно, конечно. Блин, короче, предлагаю на следующую серию оставить призрака, реально, встречу. Так будет интереснее, может. Потому что, ну, сейчас я не успею уже, пацаны, не знаю. Вот давайте еще раз попробую, еще раз, окей. Ну, меня сейчас убьют опять, да? Конечно. Да-да-да, спасибо, спасибо. На мне похер, блядь, запретная, не запретная. Блин, какие-то челы все ходят, я вообще не понимаю. И бегут, причем бегут, да? Ну от меня понятно, да? Но все равно. На, блядь, ну все. Ну и убило его, и меня убили. Короче, все, пацанчики. Не пройдем мы, походу, сегодня много чего, да? Как я хотел, да, там настраивался жестко, типа, о, сейчас, блядь. Пройдем, наконец-таки, все дополнения, да, это. И, наконец, к сюжетке перейдем уже на следующий год как раз, да. Но, может успеем еще это, я залью, да, на следующей неделе точно, но это уже будет в новом году, получается, да. Так что все. Если вдруг успею, то, может, еще запишу, да, подряд. Посмотрим, пацаны. Все. Давайте, пока что на этом приостановимся, пацаны, я уж извиняюсь перед вами, что так мало, да, возможно. Я хотел прям много-много чего. Но я сейчас и не успею, место закончится, вот просто не хочу этого, серьезно. Все, пацаны, оставляем это на следующий раз. Это была игра Watch Dogs Legion. Наконец-таки, с вами был, как всегда, я Некий, да? Чтобы было понятно, короче, сниму эту херню, пацаны. Во, блядь. С притисоном таким, вообще пиздец. Как раньше это было, да? Во, пацанчики. Все! Поздравляю вас всех с Новым Годом, реально, пацаны. От всей души, от всего сердца вас... Всех благодарю, да, за актив, за то, что вы меня поддержите все это время. Реально, сколько уже каналу-то? 2 года, наверное, даже уже скоро 3 будет, возможно. Я не знаю, точно просто. Так что, пацаны, все. Не печальтесь и ожидайте, скоро будет обязательно новое видео, да, для вас. Возможно, и поздравления, да, как я писал в сообществе. Все будет, пацаны, обязательно. Все. Давайте, пацаны, не болейте, опять же. Всем удачи, пацаны. Всем пока-пока, пацаны. Пока-пока.